Я сделаю для тебя брошки и безделушки из утреннего пения птиц и сияния звезд. Это нереально. Я сделаю дворец для нас из зеленых дней в лесу и голубых дней на море. Это идея. Мы могли бы избежать всех наших проблем, умчавшись в тропический рай. Если ты, конечно, не думаешь о клубе Мэтт. Мы так сильно втянуты в эту скандальную историю, что я перестал замечать вещи вокруг. Блеск нового дня. Как ты прекрасна. Брось, я не умывалась целые сутки. Ты выглядишь замечательно. Спасибо, приятно слышать. Но проблема напоминает о себе. Ты считаешь, что мы должны сказать Итану, что вполне возможно, его жена пыталась убить его. Других идей у тебя нет. Если бы мы имели серьезные доказательства, мы же не можем пойти к нему со множеством предложений и косвенных улик. Какие бы у него ни были чувства к Лауре, он все же не допускает мысли, что его жена могла покушаться на его жизнь. Да, но даже если у Итана и была мысль об этом, когда он оказался в числе подозреваемых. У Лауры было абсолютное алиби. Конечно, сейчас оно под сомнением. Это рискованно. Что если он не купится на показания медсестры Грин? Поставь себя на его место. Поверила бы ты, что ответственная, интеллигентная, образованная медсестра могла быть такой невнимательной к себе и окружению, что не заметила, как одна из ее пациенток вытащила у нее из сумки ключ и ездила на ее машине по городу весь день, пока ты работала? Я голосую за рай. Если да, офис не поверит нам, то мы сами поставим себя виновными в Сашином убийстве. Я все равно утверждаю, что у нас есть только один выбор. Вначале Итан мне не нравился. Но потом он вырос в моих глазах, и я не хочу иметь убийство на своей совести. У меня достаточно проблем, связанных с Сашиной смертью. У нас один выбор – предостеречь Итана, несмотря на последствия. Если мы правы, есть вероятность, что она попытается сделать это снова. Где ты была? Я проснулась, а тебя уже не было. Я с моими друзьями обходила здание. Зачем? Я пыталась найти, кто вчера вечером встречался с адвокатами по поводу показаний в суде. Никто ничего не знает. Это странно. Ты думаешь, Джулия и Мейсон лгали о причине посещения? А ты нет? Адвокаты всегда лгут. Они стали бы постоянно приходить сюда, совать нос везде, наблюдать за нами. Вот так. Это может быть пациент, который не хочет говорить или просто ничего не знает. Думаю, что хочешь. Я говорю, что их визит подозрителен. Ты права. Давай остановимся. О чем это ты говоришь? Яд? Замолчи. Здесь же никого нет. Мне все равно, говори тише. Хорошо, но как ты собираешься все остановить? Яд уже в бутылке коньяка. Шеннон. Это Итан Эшли. Срочно пришлите скорую помощь. Здесь женщина, которая, возможно, умирает. Да, мой адрес 2302 Виа Алисия. Поторопитесь, пожалуйста. Я понимаю, что береговая охрана не нашла моего зятя и его моторную лодку. Я пытаюсь понять, что вы сделали для этого. Сколько послали вертолетов, катеров? Не нужно рассказывать мне об этих ваших стандартных действиях. Это вопрос жизни и смерти. Слушайте, молодой человек. Вы даже не понимаете, с кем говорите. Попросите адмирала Дэвиса позвонить мне, и я получу все ответы от него. Спасибо. Они просто приводят меня в бешенство. Они не знают, где искать Сиси.
Я напрасно разрешил Крузу взять лодку, не спросив, куда он точно едет. Он сказал, что знает, где может быть Кирк. А что я могу теперь сделать? Пожалуй, только одно — собрать команду и искать его самому. Си-си, где ты собираешься его искать? Он где-то в Тихом океане, и ты не знаешь, где. Пойми, ты должен остаться и ждать. И потом не забывай, кто составил на тебя детей. Ты сейчас не можешь оставить их одних. Что я должен делать? Сидеть и ждать телефонного звонка от Иден, когда она меня опять спросит, где ее муж? Да, это именно то, что мы вынуждены делать. И молиться, чтобы он объявился. Слава Богу, что ты дома! Ну, что? С тобой все в порядке? Прости, если бы была хоть малейшая возможность сообщить, что у меня все в порядке. Я знаю, знаю. Ты как? Прекрасно. А как дети мои? Великолепно. Они здоровы и счастливы, но соскучились по тебе, Иден. Простите. Привет. Привет. Братья. Добро пожаловать. Рад тебя видеть. Знакомьтесь, это Лео. Это мой отец Рафаэль, а это мой брат Рикардо. Я Рик. Привет. Добро пожаловать, Лео. Круз, что случилось? Где вы были? Я не ошибся. Кирк Крэнстон стоял за операцией с наркотиками. Мы слышали. Мы нашли его на острове. Там у него лаборатория, в которой Майкл и Ники были заперты в клетках. Нам удалось схватить его, и когда мы отплыли, он затеял драку и спрыгнул с лодки. На дно моря, я надеюсь? Хотелось бы. Как ты добрался до дома? Я натолкнулся на покинутую яхту, она привезла меня на остров, куда занесло Ники и Майкла. Привезла тебя? Ну, это длинная история, детали немного обрывочные, но мы нашли Лео там. Она попала на этот же остров 6 месяцев назад. Совсем одна? Невероятно. Это так. Рик, ты не мог бы показать Лео кухню и предложить ей что-нибудь поесть? Я должен позвонить Кэпфиллам и сказать, что я уже дома. Круз, Иден много раз звонила. Я придумывал разные оправдания, почему ты не можешь ей перезвонить. Ну, позвони ей, скажи, что она может вернуться. Домой, это же хорошо. Я бы хотел, папа. Но не могу. Не сейчас. Что с ней случилось? Она что-то выпила. Доктор, вы поможете? Сделаем все, что в наших силах. Ответьте. Резиденция Эшера, лейтенант Браун. Это Итан Эшер, я в больнице. Что с женщиной, сэр? Пока не знаем. Я хочу, чтобы ты отправил стакан и бутылку коньяка, что на столе, в лабораторию, на срочное исследование. Распорядитесь, чтобы сняли отпечатки пальцев. И осмотри весь дом и двор. Не пропусти ничего. Ты меня понял? Понял, лейтенант? Да, сэр. Постараемся. Хорошо, я буду в больнице. Прокурор хочет стакан и бутылку коньяка отправить на экспертизу, так что запакуй это и отправь в лабораторию. О, нет. Мы должны были прийти раньше. Что мы наделали? Извините, офицеры. Мы друзья мистера Эшера. Что здесь происходит? Простите, вы не могли бы назвать себя? Я Мейсон Кэббл. Извините, сэр. Вы хотите, чтобы я отвез это или послал Харриса? Сделай это сам. Привет. Привет. Он здесь. Ты вернулся. Я так рада тебя видеть. Мы так напугались. Простите, мистер Си, я должен извиниться. Лодка потеряна. Меня не волнует лодка. Я рад, что ты вернулся. Спасибо. Дети остались дома, они еще спят. А я заеду за ними попозже. Что произошло? Ты нашел его? Да, нашел. И опять потерял. Значит, Кирк еще где-то прячется. Он выпрыгнул из лодки в середине океана и куда-то исчез. Невероятно, он всегда возрождается. Это и поражает меня, когда он сбегает очередной раз, это значит, что он что-то задумал. Этот человек знает, как навредить. Он предпринял эту операцию с наркотиками, чтобы заманить тебя? Я не знаю, он построил лабораторию на одном из островов, где производил огромное количество наркотика. Он наводнил им Санта-Барбару. Вероятно, некоторое время он руководил всем из тюремной камеры. Боже, это к лучшему, что он исчез.
Я бы поверил в это, если бы это был кто-нибудь другой, а не Кирк. Пожалуй, для Иден возвращаться назад небезопасно. Да. Даже если наша разлука невероятно затянулась. Почему бы тебе не взять детей и не помчаться к ней? Я думал об этом, но в городе остались люди Кирк, и мы, наконец-то, должны очистить город от них. И я хочу... Я представлю вам... А где Лео? Эй, я присоединюсь. Хорошо. Слушай, я знаю, что ты чувствуешь сейчас. Отбрось все. Я имею в виду, что... Ну, просто я представляю, что бы я чувствовал, если бы был на твоем месте, наблюдая, как эта семья обнимается, целуется, а ты можешь только стоять и смотреть, и все, как чужак. Я, наверное, постарался бы исчезнуть. При первой возможности. Но ведь ты один из них. С недавнего времени, поверь мне. Я персона нон-грата среди них. Я изначально был черной овцой, поверишь или нет. Много лет я оставался в тени. Причина, почему я вернулся, я убежал. Ты похож на брата? Нет, ни капли. Мой брат Круз не похож ни на кого в мире. Ну, а что касается меня, то я не могу понять, чем я буду заниматься, когда вырасту. Мне знакомо это чувство. Я провела много времени на этом волнорезе. Я не знал, что ты из Санта-Барбары. А что с твоими родителями? Я не знаю. А меня это не волнует. Я живу одна, с детства. Это должно быть трудно. Как ты выжила? Не так, как ты думаешь. Да я ни о чем особенном и не думал, поверь мне. Я слонялась по пирсу, бралась за любую грязную работу на лодках, а потом набралась достаточно опыта, чтобы работать в команде. Чем ты собираешься заняться? Не знаю. Круз убедил меня покинуть остров, и... Просто удивляюсь, что я его послушалась. Дай себе немного время, хорошо? Это нормально. Не думаю, что приживусь. Круз взял тебя под крыло, это хорошее начало. И теперь все изменится. Как в моих мечтах. Пришел корабль и... Но у Круза много собственных проблем. И главная проблема, чтобы вернуть свою жену. Не только это. Ты знаешь чего-то, чего я не знаю? Привет. Привет. Я знал, где вас искать. Простите, что причинила вам неудобства. Со мной всегда проблемы. Никаких проблем. Я должна уйти? Все нормально. Не хочешь вернуться и позавтракать? А ты не голоден? Я останусь здесь ненадолго. Все еще на задании, брат? Вроде этого. Спасибо, что побыл со мной, Рик. Нет проблем, все нормально. С удовольствием. Я догоню вас позднее. Хорошо. Пока. Перед тем, как что-нибудь скажешь? Я устала от тебя. Прости. Нет, нет, пока не поговоришь со мной. Даже если Мейсон и Джулия что-то подозревают, они не смогут ничего доказать, пока мы не выдадим себя. Ты уверена, что не оставила отпечатков на руле, или двери, или на бутылке? Да. А ты не оставила что-либо в машине или в доме, что может навести подозрение? Абсолютно ничего. Энни, никто не видел, как ты входила или выходила? Нет, я ждала, пока все уйдут. Тогда мы спасены. Но если Итан не выпил этот коньяк, то наш план ни к чему не приведет. Почему мы ничего не слышали? Он обычно выпивает 2 бокала вечером. Может быть, он был с Флоренс Найтингейл в ресторане. Он выпьет это рано или поздно. И тогда твоя заветная мечта сбудется. Ты будешь красивой, молодой, вдовой. Это удобно, если ты вдова, но еще молодая. Это так... Романтично.
Последняя вещь, о которой я думаю, это романтика. Да, ты права. А то куда нас это приведет? Лучше иметь ясную голову и свободное сердце. Я очень хочу не думать об этих делах хоть иногда. Ты имеешь в виду секс? Да. Ты же знаешь, как это, когда с тобой мужчина. Правда, все эти шуры-муры приносят всякие проблемы. Доктор Кранцлер похлопал меня по спине на днях, и мне приснился сон, что мы занимаемся этим. Если у меня не было бы этого первый раз с Эдом в машине позади этой забегаловки Тако, то я бы не была сейчас здесь. Кто-то сказал, что мексиканская еда неплоха для тебя. В любом случае, теперь твоя очередь. Проделать это с Эдом или доктором Крайслером? Нет! Да нет! Нет! Убить моего мужа. Слушай, я выполнила свою часть договора. Сейчас ты должна сосредоточиться на своей. Мы можем начать вторую фазу сегодня ночью. Еще рано. Я не хочу, чтобы между нами была связь. Послушай, ты здесь добровольно. Ты можешь выписаться в любое время. Мы же с тобой договорились. Я не отступаю назад, Энни. Нужно быть осторожной, и все. Хорошо, будь осторожной, как я была. Но я хочу начать сегодня. К чему спешить? Мне не нравится, что наша дружба односторонняя. Я хочу равного внимания и времени. И я хочу начать сегодня. Или я устрою такую сцену, что у тебя волосы встанут дыбом. Доктор сказал, что у тебя все будет хорошо. Я помню, почему хотела стать медсестрой. Потому что не хотела быть пациентом. А что случилось? Последнее, что я помню, как я выпила немного коньяка и сразу вырубилась. Мы не уверены, но проверяем. Ты думаешь, что это подстроено? Кто-то хотел причинить мне боль? Нет. Тебе? Это ужасно. А почему? Поговорим об этом завтра. Тебе сейчас нужно отдыхать. Иначе силы не вернутся к тебе. Я должна заботиться о тебе, а не наоборот. Иногда интересно поменяться ролями. Итан, что ты здесь делаешь? С тобой все хорошо? Конечно, хорошо. Почему нет? Мы были у тебя дома, там полиция. Они сказали, ты в больнице. Я доставлял сюда человека. Что вы делали у меня дома? Итан, есть кое-что, что мы должны тебе сказать. Но вначале ты должен посмотреть. Закрой дверь. Итан, все началось с того, что Саша начала шантажировать меня. С великим убеждением, но выдуманными уликами, доказывая, что Джулия ответственна за взрыв на корабле казино. Это случилось раньше, чем у Саши появились причины начать мстить Мейсону, но мы не хотим влезать в это сейчас. Нет, сейчас не стоит. Во всяком случае, мы придумали план. Да, и, по-моему, это был довольно идиотский план. Заставить Сашу поверить, что Джулия собирается ее убить. Нам казалось, что она запаникует, это заставит ее уехать из города и оставить нас в покое. Это на 2 минуты сработало. Дорогая, это ты рассказываешь. Нет, у тебя лучше получается. Пока одна. Однажды Джулия не пришла домой и не нашла Сашин труп у себя в кровати. Невероятно. Это случилось, когда ты должен был встретиться с Сашей в твоем офисе. Саша была убита в твоем офисе той ночью. Это одна вещь, которую мы обнаружили во время расследования. Саша была застрелена в моем офисе? Не знал об этом. Мы не хотели, чтобы это открылось, Итан. Это правда.
Мы оба адвокаты. Мы оба были генеральными прокурорами. Мы работаем в суде, и мы в основном защищаем людей. Мы отчаялись. И чем глубже мы втягивались, тем сложнее было пойти к властям, и все более странные вещи происходили. Но нашей единственной целью было найти Сашиного убийцу. Мы никогда не останавливали поиски. Вам удалось узнать, кто убил Сашу? Ну, мы близки к развязке. А что доказывает, что Сашу убили в моем офисе? Мы нашли пулю внутри одной из полок. Ты помнишь тот день, когда ты вошел в свой офис и нашел меня с книгой в руке? Преступление и наказание, я полагаю. Мы нашли отверстие от пули в окне, но стекло сменили. И мы не знали, что делать с этим, пока через несколько недель не была совершена попытка покушения на тебя. Тогда мы подумали, что пуля, которая убила Сашу, была предназначена не ей, а тебе. А когда полиция упомянула о яде, тогда мы решили рассказать тебе обо всем. Кто-то опять пытался убить меня. Если это так, еще одна невинная жертва чуть не умерла. Вы знаете, кто это сделал? Да, методом проб и ошибок мы вышли на одного подозреваемого. Совсем недавно мы обнаружили машину, которую полиция останавливала в ночь Сашиного убийства. В ней ехали две медсестры. Одна из них спала под одеялом, скрывая свое лицо. Прошлой ночью мы выследили эту машину. Представляешь, она принадлежит медсестре, которая работает в клинике Дуглас. Совпадение? Вы полагаете, что моя жена убила Сашу? Тони, ты должна выслушать. Я не должна ничего, кроме выплаты налогов. И мой отец платит их за меня. Уйди, ты мне надоел. Ты была права, да. Я использовал тебя. Я сказала, чтобы ты исчез. Был только один шанс. Я имею в виду, что ты не первый. Понял? Не первый. Люди использовали меня всю мою жизнь. Хотели встретиться с моим отцом, попасть на мою яхту и даже познакомиться с моим братом. Но никто не принес официального запроса. Во всяком случае, кого я знаю. Но когда я выясню, то уеду и не вернусь. Что мне сделать, чтобы доказать, что я другой? Что мне сделать? Встань на голову и процитируй Декларацию о независимости. Мы признали истину, что все люди созданы равными. Подожди, я не знаю эту часть. Позволь мне, я сейчас вспомню. Мы должны были учить это в школе. 80 лет назад наши предки призвали эту нацию к чему-то, что все люди были созданы равными. По-моему, так. Ты сумасшедший, да? Я не хочу встречаться с твоим отцом, да и у меня морская болезнь. Твой брат откровенно не моего типа. Прости, что вовлек тебя в это. Могу я перевернуться? У меня голова развалилась. Перевернуться? Это ужасно разговаривать с парнем, у которого глаза ниже, чем его нос. Тони, пожалуйста. Столько людей убито из-за наркотиков. Серьезно. Жену Круза чуть не убили, вколов наркотик. Я пытался помочь им. Твое имя уже было связано с этим делом. Я приехал снова, желая получить некоторую информацию. Я хотел понять, что ты знаешь. Потом была другая ситуация. Было слишком поздно. Круз уехал и пропал. Я должен был начать работать. У меня не было времени искать другой выход. Я должен был найти тебя, ведь ты действительно располагаешь информацией об этом деле. Извини, пожалуйста. Прости, что я так долго. Это яичница глазунья, но я разбил желток. Все нормально. Я не ел яиц очень давно. Ты, наверное, привыкла к необычным блюдам на острове. Всякие там листья, ягоды. Пожалуйста, начинай, не жди меня. Ты голодна? Извини, что я избегала тебя. Попытаюсь больше этого не делать. Но мне будет сложно привыкать ко всему заново. Да. Большинство людей сошло бы с ума, прожив на острове в одиночестве так долго.
Когда я поняла, что жива, мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к тому, что никто не будет мне указывать, что делать. Ты говорила, что не жила с родителями, это так? Родители не одни, кто пытается управлять детьми. Хуже те, кто пытается делать на тебе деньги, заставляя работать бесплатно, продавать наркотики или свое тело. Так что на острове я спряталась от моих страшных снов. Я сама создавала правила жизни. Но это реальный мир. Я испугана сейчас больше, чем тогда, в первый день на этом острове. Но это вполне понятно. Ты же ведь не знаешь, что уготовано тебе и понравится ли тебе это. Ты можешь вернуться назад и жить на острове, когда станешь старше, и если сможешь найти хоть один без людей. А сейчас ты обязана для себя же общаться с людьми, которые не будут использовать тебя, которые позволят тебе делать то, что ты хочешь. Ты должна попробовать. Ты можешь оставаться здесь сколько пожелаешь. Здесь достаточно комнат, моя мама будет навещать нас. Познакомишься с детьми, можешь им показать, как делать твои безделушки. Что-то не так? Я не привыкла, чтобы кто-то относился ко мне так хорошо. Я полагаю, ты просто должна пройти через это. Ты, вероятно, с нетерпением ждешь звонка с самого утра. Нет, я не жду звонка утром. Стивен решил уехать из города и никому не сказал, когда вернется. Он живет так же, как делает свои фильмы. Я даже не знаю, когда приступлю к работе и какое расписание съемок. Получу ли я текст до съемок следующей сцены? Те страницы, похоже, единственный путь соединить вместе все и понять, что он задумал, хотя это не поможет мне. Интересно, почему каждая новая сцена все больше становится похожа на нашу жизнь? Что он себе позволяет? Не могу поверить, что он хочет скомпрометировать нашу семью. Предоставляя главную роль мне, играя мной, подыскивая парня, похожего на моего мужа, и думая, что сможет преуспеть в этом. И он преуспевает в этом, можешь не сомневаться. Может быть. И я должна пойти на конфликт с ним. Прямо спросить у него, если он не ответит, я уволюсь. Он все будет отрицать, а может лгать. Он стал таким скрытным, с ним сложно работать. И невозможно предположить его следующий шаг. Я была польщена, когда он мне предложил, будучи молодым известным режиссером, играть главную роль в новом фильме, специально придуманном для меня. Жаль, что я согласилась. Позволь мне спросить, как ты будешь себя чувствовать, если не закончишь этот фильм? Честно? Да. Я не хочу увольняться. Я пыталась 2 или 3 раза. Он всегда заставлял меня вернуться назад. Понимаешь, так много вложено. Это на самом деле хорошая работа, ее будет тяжело бросить. Но я обещаю, что брошу сразу, если это может причинить вред семье. Хорошо. Подождем и посмотрим на дальнейшее. Знаешь что? У меня есть идея. Мы могли бы узнавать о том, что он делает раньше. Он снимал несколько сцен без участия Маргарет. Очень не хотел, чтобы я присутствовала при этом. И если мы найдем те пленки, то, может, определим, о чем этот фильм на самом деле. Неужели я так и не смогу найти статью о происшествии, приведшем к смерти генерального прокурора в разделе развлечений? Ясно, что если этого не было на первой и второй страницах, то этого вообще нет там. Это значит, что они либо не нашли тело, либо он жив. Сотни людей убивают в этой стране каждый день. Неужели так сложно убить одного маленького, ничтожного человека? Если только он не нашел яд. А если он знает? Время принять таблетки. Лучше принять их. Yeah.
Ты думала, что умная? Но я тот, кто освободился, Лаура. Я свободен. 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 Лаура. Лаура, что с тобой? Лаура. Думаешь, он нам поверил или нам грозит тюрьма? Я не смогу отвезти мисс Престон домой. Они должны протестировать ее. Ей уже лучше. Я за нее переживаю, Эйден, но что ты думаешь насчет нас? Ты не сказал ни слова по поводу нашей версии. Вы хотите, чтобы я поверил, что моя жена убийца? Мы просим рассмотреть ее как подозреваемую. Как я могу быть уверен, что вы не состряпали эту историю, чтобы снять подозрение с себя? У вас есть серьезные мотивы, не так ли? Почему тогда мы пришли и подставили себя? Мы могли просто промолчать. Мы не подозреваем, и никто не знает, что Саша мертва. Нам было так же сложно поверить, что это могла быть Лаура, как и тебе. Но все факты указывают в ее сторону. Машина — это только одно совпадение из многих. Прости, Итан. Я знаю, как трудно это для тебя. Получены результаты экспертизы. Извините меня. Вы были правы. Это был яд. Ты не знаешь, какой? Нет, но лаборатория работает над этим. Хорошо. Скажите мне о результате. Вы нашли что-нибудь в доме? Дверь не была взломана. Это должен был быть кто-то, кто знает код сигнализации, вероятно. А, понятно. Спасибо. Пожалуйста. Мисс Престон, несомненно, была отравлена, и это предназначалось мне. Позволь нам доказать наше предположение до того, как ты раскроешь Сашину смерть. Как вы сделаете это? Ты беспокоишься о брате? Только прошу тебя, не говори об этом никому, хорошо? Я обожала моего брата, когда мы были совсем маленькими. Но это было до того, как нас разделили. Я никогда не знала свою мать. И привыкла быть более близкой с отцом. Но он женился на другой женщине. Это как будто мы летаем по своим собственным орбитам и не соприкасаемся. Ты счастливый, ты можешь заботиться о ком-то. Это не было так легко, я работал упорно над этим. Я провел много лет вдали от семьи. И мне не хочется больше так себя чувствовать. Тони, слушай. Я сожалею, что причинил тебе боль, помогая моему брату. Я очень сожалею. Это больше не причинит боли, Рик. Что я могу для тебя сделать, мой друг? Ты нашел своего брата. Что тебе нужно от моего брата? Почему это так важно для тебя, увидеться с Крузом? Это между твоим братом и мной. Я не могу открыть причину никому. Тогда я не могу сказать тебе, вернулся мой брат или нет, хорошо? Думаешь, что у него есть выбор, встречаться со мной или нет? Круз поймет. Ты должен сказать мне, если твой брат вернется. Я рад, что ты не последовал своим предчувствиям, не прыгнула в самолет, потому что я здоров и в безопасности. Не то, чтобы я был бы не рад видеть тебя, но просто мы должны потерпеть еще немного. В основном я раскрыл это дело, но хочу быть абсолютно уверен. Да. Да, я знаю, что не раскрывал детали. Но, дорогая, будет лучше подождать. Пока ты не вернешься домой, тогда и поговорим. Скажи, что на тебе одето сейчас? Слушай, а как дорого мне это будет стоить? Тогда оно того стоит. А где ты находишься? В ванной, правда? С пузырьками. Дай мне догадаться, твои волосы подобраны наверх. Несколько прядей твоих волос упали на плечи, они влажные. Ты хорошо себя чувствуешь. Я тоже.
Я очень соскучился по тебе. Ладно, если ты должна идти, то конечно, конечно. Поговорим завтра? Хорошо. Я тоже люблю тебя. Пока. Да. Хорошо. Она согласилась остаться там. Она не жаловалась тому, кто находится в разлуке с ней так долго, как она сама. Она догадывается о том, что что-то произошло, когда меня не было, но никто не расскажет ей об этом, и что происходит что-то странное. Она все узнает рано или поздно. Но ты должен делать то, что должен, сын. Да, так. Что случилось? Что это? Не знаю. Ты не чувствуешь это? Что? Прости. Это так все странно. Поверь мне, я знаю, как ты себя чувствуешь, так же, как я себя чувствовала вначале, но я непоколебима. Я никак не могу в это поверить. Добро пожаловать в клуб. Итан, это имеет значение для тебя, не так ли? Я имею в виду, что это правдоподобно. Последние годы Лаура иногда действовала как-то неразумно и нелогично. Совершала поступки, которые я не мог понять. Но никогда не думал, что она была бы способна убить меня. Пойми, есть только два возможных заключения. Или она виновата, или нет. И если последнее, то никому это не навредит, и ты сможешь продолжать расследование. А что, если все провалится? Как это может провалиться? Ну что ж, можешь не отвечать. Нет, слишком поздно. Ловушка уже поставлена.
Доброе утро, Лаура. Что ты здесь делаешь, Мейсон? Я думала, ты на суде этим утром. Я отменил. Что-то произошло. Я провел большую часть ночи и утра с Итаном. Я буду представлять его в этой тяжбе. Я пока совсем не понимаю ничего. О чем это ты? Лаура, это трудное положение для меня. Я сожалею, но... Итан подает на развод. Мистер Кастильо, вас трудно найти. Автор сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон, режиссер Джулиан Нил. На русский язык фильм озвучен студией Микс Медиа по заказу российского телевидения.